утро на Енисее. Порядочности он научился, трудолюбый, вот без работы не мог. Ну, я также доброте доучил, чего еще. Вот детей любить. Мужеству. Да. Он воспитал меня, чтобы я был мужиком. Учил меня мужественными поступками. Говорил как надо, учил меня. Ну, в принципе, все. Нет. Помидорки две туда порежешь, так с кожицу вообще снимешь, чтобы она не была помягче. Папа научил меня жизни, во-первых, относиться к людям с уважением, вот, любить своих родных. Ну и вообще он учил, что семья – это главное, все остальное вторично. Научил меня думать. Как? Ну, вообще, в целом так к жизни относиться, думающие. Как в огороде работать, да, как копать землю, как лопату держать. Он мне помог определиться еще в детстве. С тем, по какой линии мне себя лучше развивать. Папа научил меня настоящей искренности, эмоциональности и развил во мне самые замечательные таланты. Коммуникабельность, общительность, музыкальность и, наверное, доброту к людям. Не врать, уважать старших, ну и как-то... Как говорится, не хватает звезд с неба, просто жить по-человечески. Всегда одного дня не хватит, чтобы с папой поговорить. Быть ответственной, добродушной, ну и воспитанию. Он много мне рассказывал о красоте, любви, вдохновении этого мира. Научил всему. Он научил меня жить и радоваться жизни. Это самая большая ценность, которую... Он мне в детстве передал. Мой отец меня научил критически, рационально мыслить, а постоянно вдумчиво все изучать и принимать правильные решения. Он меня постоянно гонял, когда была какая-то задача, он говорил, чтобы я думал сам. Он не давал мне правильные ответы, он стремился, чтобы я сам до них доходил. За это я реально благодарен. Папа, я тебя очень люблю. Папа, я тебя люблю. Пап, я тебя люблю и обожаю. Очень люблю своего папочку. Что бы ни было, я буду с тобой. И я тоже всегда буду с тобой. Кто-то неподалеку режет лук или еще что, я не знаю.